Привет! С вами Ксения Ксюнета. Вчера мы приехали в Кисловодск. Ребят, когда я вернусь домой, то обязательно отвечу на все ваши комментарии и посмотрю ваши новые видео. В феврале в Кисловодске совсем нет снега и есть зеленая трава. Сейчас мы гуляем в долине роз. Здесь очень красиво. Очень много птиц. Территория чистая и ухоженная. Вот такой красивый вид открывается нам с высоты канатной дороги. Обратно мы решили спуститься пешком по Теренку. Посмотрите, вдалеке виден Эльбрус. А вот и Красное Солнышко. Это очень популярное место. Здесь все фотографируются. Дальше мы спустились в сосновый лес. А вот и центр, это бульвар. Здесь много исторических памятников. Нарзанная галерея, где пьют минеральную воду и нарзанные ванны. Мне очень нравится Кисловодск. Я отдыхаю здесь 5-й раз. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!